Серег, ты планируешь сегодня прям отправлять Что отправлять? в интернет? Ролики? Нет, ты что, обалдел, что ли? Или потом все делать? Все потом, сейчас никак. То есть... Ну, мы не сможем это сделать. Не, ну хорошо, не проблема. А что у него, где предмет? Прошел? Стой! Большой проблем на следу был перед собака стала.
вставая руки, остальные угли корректные на одежду. Второй предмет отлично. В конце среду были проблемы. Собака в двух местах мало не уверена. И опять последний предмет не обозначала. Вода сегодня большие баллы за предметы пошли. Но оценка еще хорошо, 80. Блин. Thank you.
Движение энергии хвоста. Хотелось бы видеть чуть больше концентрации, какие работы должна быть более храброй. При остановке собака должна быстрее занимать основную позицию. Хорошо. Сладкое движение. Основная позиция развития без замечаний. Однако должна собака быстрее была выполнить команду сидеть. И во время выполнения упражнения должен был быть внимательнее. Еще очень хорошо. Укладка и движение без замечаний. Остановка и движение без замечаний. Отлично. Апортировка на гладкой поверхности. Основная позиция собака сидит спокойно. Должен был увереннее поднимать предмет и быстрее двигаться к проводнику. Очень хорошо. Апортировка через барьер. Прыжок вперед выполнен с касанием. Быстро поднимаю предмет. Прыжок обратно сделан правильно. Фронтальная основная позиция без замечаний. Очень хорошо. Апортировка через наклонную стену. Прыжки должны быть более сильные и энергичные. Проводнику собака должна двигаться быстрее. Еще очень хорошо. Высыл вперед без замечаний. Отлично. Складка при отвлечении должна лежать спокойнее. Сегодня очень хорошо. 91. Ha!
Обыск укрытия. Третье, четвертое укрытие. Собака не убежала. Собака должна убежать сразу, а не по второму разу. Оценка недостаточна. Удержание и облаивание. Вначале собака должна быть немножко более уверенной. Но потом она облаивает очень уверенно и очень напористо. Высокая очень хорошо. Предотвращение побега. Собака показывает хорошую управляемость. Предотвращает побег энергично и уверенно. Оценка отлично. Контратака. Очень убедительная работа. Полная, спокойная и уверенная хватка. Отлично. Отпускает рукав корректно. В фазе охраны должна быть чуть более внимательной. Все отлично. Задний конвой. Отлично. Нападение из заднего конвоя. Показана очень убедительная работа. С полной и крепкой хваткой. Отпускает рукав корректно. В фазе охраны должна вести себя должна оказывать больше давления на фигуранта. Еще отлично. Лобовая атака. Очень убедительно. Хватка должна быть чуть полнее. Высокая очень хорошо. Контратака. Очень убедительная работа. Собака должна чуть более корректно отпускать рукав. И показывает в конце очень напористую фазу охраны. Высокая очень хорошо. Очень хорошо, 93 ТСБ выражено.